Вежливость одних водителей другим стоила серьезного ремонта. Сегодня утром на шоссе Революции у въезда в завод сантехнических изделий произошло столкновение интересов двух автолюбителей. Ряд машин перед светофором остановились и решили пропустить Форд. Автомобиль пытался въехать на территорию завода. Как-то обычно бывает, мнение большинства поддержали не все. Мерседес увидел свободное пространство и попытался его тут же занять. Пути иномарок пересеклись на довольно большой скорости. Рикошетом легковушки вынесло в стоящую у перекрестка небольшую пробку. Итог: 4 машины отправились в автосервис. Дознаватели пока не берутся сказать, на кого ляжет бремя оплаты счетов за ремонт.